Ты украинец, да? Ну, конечно, что не видно? Давай, рассказывай мне за свою демократию, хуячу. Нет, зачем тебе это надо знать? Сука, рассказывай, блядь. Не. А ты хотел бы что-то узнать? Да. Давай так, смотри, я тебе задаю несколько вопросов таблицы умножения. Отвечаешь правильно на мой вопрос? Имеешь право задать ты свой Нет, вопрос. Таблицу умножения не надо, просто я ее не помню. Я не тупой, но я ее не помню. Не так помнишь. Сходу не смогу ответить. Ну давай, ладно, давай, да. Ладно, давай, задавай. Хорошо. 6 умножить на 4, сколько будет? 6 на 4, 6 на 4, 32. 32. Неправильно. Следующий вопрос. 7... Подожди, в смысле неправильно? Ну, в прямом смысле. 7... А, не, подожди, 6 на 6. 6 на 6. 6 на 6, 36. 72. Что 72? Я подожди, ты сказал 6 на 4 умножить, правильно? Да, будет 72. Не, подожди, ты сказал 6 на 4 умножить, 6 правильно? 6 умножить на 4, сколько будет? 6 на 4... 4 на 4, 36. 62. А 6 умножить на 10? 6 умножить на 10? 60. То есть 6 умножить на 4 будет больше, чем 6 умножить на 10? Да подожди, стой, блядь, подожди. 6 на 4, блядь, я просто давно в школе не учился, подожди. Я не тупой, подожди. 6 на 4 умножить. 6 на 4 умножить. 6 на 4... 4 на 4, 36. Да. 52. А 9 умножить на 6, сколько будет? 9 на 6, 45.